Молдавские артисты продолжают радовать своих поклонников предновогодними подарками. 23 декабря свой вклад внесла и Клеопатра Стретан. Молодая исполнительница презентовала во вторник свой второй альбом «La Vârstă de 5 ani». Вместе с папой, который, кстати, недавно стал отцом повторно, маленькая певица вышла на сцену для того, чтобы исполнить свои новые композиции и не только. В этот вечер зал Национального дворца оказался заполненным детьми самых разных возрастов. Дети подпевали, танцевали, а также дарили Клеопатре цветы и игрушки. Молодая звезда принимала их с удовольствием, демонстрируя при этом всю свою вежливость. После выступления поклонники Клеопатры получили возможность обзавестись автографом маленькой дивы. Клеопатра и Павел оказались буквально облепленными, довольными детишками. С трудом выбравшись из оцепления поклонников, исполнители скрылись за сценой. Однако там их уже ждала толпа журналистов. На вопрос представителей СМИ о том, когда маленькая звезда выступит в следующий раз, Павел Стретан ответил за дочку сам. Aici e a patrulea concert. Și cred că următorul concert va fi peste un an sau peste doi, iar la lansarea volumului 3, dacă am să-l scot. Așa concert e nu o să aibă. Столь редкие, но все же долгожданные выступления Клеопатры приносят немало позитивных эмоций поклонникам. А самой Клеопатре множество подарков. Что с таким количеством плюшевых игрушек сделает певица после концерта? Липу на касса. Моя на касса. Да, Ольга. 100. Мало, ребенок с таким количеством игрушек, вероятно, абсолютно счастлив. Однако некоторые неисполненные желания у Клеопатры все же остались. Какой подарок попросит девочка у Деда Мороза? О, косметика. Ну, даже ты спуни, чьи фельди косметичи? Дежгария. А, шай. Без подарка не останется и недавно появившийся на свет братик Клеопатры. В этот вечер девочка уже сделала ему один презент. Ce piesă ea e dedicată lui Cezarel? Noi. Bravo. Brought to you by Kremlinskaya, the toast of New Russia.